Привет, друзья! Это Ирландия, и сегодня чуть-чуть больше 20 градусов. Мне пришлось даже снять майку, я ее держу во второй руке, в одной телефон. Короче, вчера был на море, походил по пляжу, вода была 16 градусов, не рискнул, конечно, купаться, но я был в узких плавочках, а все остальные были в трусах, ниже колена порваны, то есть даже многие майки не снимали. Вот это меня удивляет больше всего. Люди не понимают, зачем нужно солнце, для чего нужно загорать. Я хочу вот сегодня вам сказать, что загорайте, ребята, больше. Носите короткие плавочки и загорайте, как только есть у вас возможность. У нас в Ирландии этой возможности мало, поэтому покажу вам поле. Нет, тут не поле, вот здесь поле. Лес, вернее, получается, я по тропинке иду. Короче, загорайте, ребята, загорайте. Это витамин D3, причем бесплатный витамин D3.